Привет, друзья! Сегодня на канале YouFact вы увидите крутую подборку из 15 необычных и прикольных гаджетов с AliExpress. Как вы думаете, что умеет делать этот на вид обыкновенный цветочный горшок? Пишите свой вариант в комментариях, а позже мы вам расскажем, зачем нужно нажимать на листочки. Ссылки на все гаджеты вы найдете в описании под видео. А если вы поучаствуете в нашем конкурсе, то сможете выиграть один товар из этого видео. Подробности конкурса будут чуть позже, а также в описании под видео. И первый в нашем списке – рюкзак нового поколения. Он настолько многофункционален и продуман, что даже не верится в его существование. Начнем с функции антивор. Как вы видите, на рюкзаке нет никаких молний и карманов. Основная застежка молнии спрятана. А на шлейках и у основания рюкзака есть потайные карманы для важных вещей. У вора точно нет никаких шансов. Идем дальше. Водонепроницаемая ткань плюс защитный чехол на случай очень сильного ливня хранится в специальном кармане и всегда под рукой. Также в этом рюкзаке есть встроенный USB-порт с зарядным кабелем, что позволяет удобно заряжать смартфон в пути. В кармане для ноутбука есть защитная противоударная подушка. У основания рюкзака есть противоскользящие полосы. Также конструкция рюкзака правильно распределяет вес по спине, что немаловажно при долгих путешествиях. Однозначно, такой рюкзак заслуживает внимания. Эта лампочка призвана обеспечивать круглосуточное видеонаблюдение в вашем доме, гараже или на работе. Она отлично справляется со всеми функциями – освещением и видеонаблюдением. У этой камеры угол обзора 360 градусов, объектив Full HD, есть ночное видение, но самое главное – это функция оповещения на ваш телефон при обнаружении подозрительного движения в течение установленного вами времени. Управление камерой осуществляется в специальном приложении, где вы можете просматривать видео в режиме реального времени и видеозаписи, а также дистанционно управлять камерой. Хорошая маскировка, не так ли? Универсальный магнитный держатель для телефона придется по душе каждому водителю. Все, что требуется, один раз собрать эту конструкцию и забыть навсегда о ненадежных пластмассовых зажимах или липких силиконовых ковриках. Сам держатель – это мощный магнит, который крепится в вентиляционном отверстии авто. Телефон держится за счет металлической пластины, которую нужно приклеить на заднюю крышку телефона либо чехла. Приятный бонус – возможность вращения устройства на 360 градусов благодаря конструкции держателя. Если вы любите новые ощущения с пользой для здоровья, ботинки Kangoo Jumps вас точно порадуют. Обычные прыжки дома или поход на специальный фитнес – выбирать вам, но любой из этих вариантов будет отличной кардионагрузкой. Даже просто смотреть на этих кенгурят – весело, правда? Для здоровья очень важно следить за прямой осанкой, и этот вариант отлично подойдет для профилактики сколиоза. Просто зафиксируйте этот корректор на рабочем кресле или на вашем водительском кресле и наслаждайтесь максимальным комфортом. А благодаря дышащей структуре ваша спина не вспотеет и будет хорошо проветриваться. А это не просто светящийся ночник, это точная копия Луны, созданная на основе материалов НАСА. Определенно создает космическую атмосферу вокруг себя. Вы можете управлять этой Луной, нажимая единственную кнопку на гаджете, либо через специальный пульт управления. Выбирать режим света от теплого до холодного, менять цвет свечения небесного тела на любой из 16 доступных, а также регулировать яркость подсветки. Заряжается ночник через USB и полной зарядки хватает до 10 часов непрерывной работы. Для покупки доступны луны разного размера. Как думаете, какая смотрится круче? Кто из нас в детстве не мечтал о крутом трансформере? Мальчишки и сейчас приходят в дикий восторг от такой игрушки. Например, с трансформером от Hasbro можно часами играть, складывая его в автомобиль и обратно, если, конечно, надоест кататься на личном авто по комнате. Трансформер может издавать 25 звуков и имеет крутую подсветку. Хороший подарок для любого мальчика, ведь эта игрушка два в одном – робот-друг и машинка. Для творческих людей, которые любят рисовать, но им уже тесно в двумерном пространстве, мы также кое-что приготовили. Это 3D-ручка, с помощью которой вы сможете создавать невообразимые вещи. Как это работает? Подключаете ручку к сети, заправляете в нее пластмассовый стержень, и после нажатия кнопки он начинает плавиться внутри ручки и выходить из кончика. Несколько мотков пластмассы уже идут в комплекте, но мы также оставили ссылку на дополнительные мотки в описании. Кстати, будьте осторожны, если будете давать ручку детям. Кончик довольно горячий во время работы ручки.
А такой чехол для вашего смартфона поможет вам успокоить нервы во время работы или учебы. Есть множество вариаций силиконовых животных, которых можно потискать, и большое количество поддерживаемых моделей смартфонов. Довольно милая антистресс-игрушка, так ведь? Вы смотрели «Теорию большого взрыва»? Если да, то наверняка помните ту штуковину у Шелдона, с помощью которой он так аккуратно складывал свои вещи. Работает она предельно просто. Кладете вещь, пара движений, и она уже красиво сложена. Так можно складывать все, что угодно. Футболки, рубашки, джинсы, и с этим справится даже ребенок. Следующая полезная вещь – это зеркало для ванны, которое не запотевает. Да, вам больше не придется протирать зеркало во время бритья или прихорашивания. Оно крепится на присосках к вашей стене, и уже можно им пользоваться. При желании можно закрепить его с помощью клея. В любом случае, оно не разобьется при падении, так как очень хорошо защищено. Также на зеркале есть подсветка и место для хранения вашей бритвы. С таким ручным кофемейкером вы сможете приготовить вкусный и бодрящий кофе где угодно и когда угодно. Просто засыпьте молотый кофе в специальный отсек, добавьте горячую воду и соедините все части кофе-капсулы. И для того, чтобы наградить себя мягким кофе, нажмите на кнопку 13 раз, для эспрессо – 18, а для бодрящего двойного эспрессо – 28 раз. Удобно, что чашка тоже есть в комплекте, а вся конструкция легко разбирается для мытья. Хотите поиграть со своим песиком, сидя на работе? Такой интересный гаджет поможет вам в этом. Просто заправьте его кормом, установите на смартфон специальное приложение, и вы сможете не только наблюдать за своей собакой через встроенную камеру и давать голосовые команды, но и выстреливать едой, чтобы домашний питомец ловил ее. Когда ваша собака начинает лаять, гаджет присылает пуш-уведомление на ваш телефон, и вы можете посмотреть, что там происходит, и успокоить домашнего любимца голосом или выстрелом вкусняшки. Согласитесь, такой гаджет будет полезен не только вашему псу, но и вам. Следующий гаджет понравится любителям экспериментов. Опасный, но интересный голубой лазер мощностью 10 000 мВт. Он может прожигать бумагу, плавить пластик, поджигать спички и даже выжигать древесину, но не так быстро. При работе с ним обязательно нужно надевать защитные очки, которые идут в комплекте. И кстати, это отличная идея для оригинального подарка. Ведь лазер хорошо упакован в металлический кейс с 5 разными насадками, защитными очками, 2 аккумуляторами и зарядным устройством. И последний гаджет на сегодня – это загадочный горшочек для вашего цветка. Но это не просто горшочек. У него есть подсветка, и с его помощью можно играть на цветке, как на пианино. Да-да, вы не ослышались. Вы просто нажимаете на листики вашего цветка, и горшочек издает звуки пианино. Не знаю, как это работает, но это действительно круто. Также вы можете присоединить его к телефону и просто прослушивать любимую музыку, как на Bluetooth-колонке. Пишите в комментариях, какой гаджет понравился вам больше всего, а какой, на ваш взгляд, абсолютно бесполезный. И не забывайте про наш конкурс. Вы можете выиграть любой гаджет из этого видео. Победитель выберет гаджет сам. Подробности можно найти в описании. До скорого!